inside my own world of make-believe. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Друзья, всем привет, Жук и Виталь на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу. Сегодня с вами обсудим ситуацию по биткоину, по альткоинам. Соответственно, чего стоит ждать? Вот эта неделя вся была, ну, реально довольно-таки скучная. Действительно, мы с вами консолидировались в канале 9600, ну, 10100 плюс-минус. До уровня 10200 мы с вами не дошли. Почему же произошла данная консолидация? Все довольно просто, потому что мы с вами находимся на таком уровне, где реально покупки нецелесообразны. То есть реально целесообразны покупки от уровня, там, грубо говоря, 9300, либо, соответственно, от 10200-10500. Поэтому с вами мы наблюдаем довольно низкие объемы. Движения, которые сейчас происходят, довольно-таки манипулятивные. А когда мы с вами консолидируемся, соответственно, волатильность у нас сходит почти на ноль. Действительно, сейчас довольно большие стенки сосредоточены на уровне 9500, поэтому локальный в краткосрок, я считаю, что данный уровень мы очень маловероятно пробьем. Также у нас довольно большое количество желающих купить, соответственно, 9000, там, 9300. Плюс здесь мы должны с вами обращать внимание на довольно неплохой фундаментал и на накопление объемов на уровне 10 тысяч долларов, на уровне 11 тысяч долларов. И действительно, здесь я считаю, что стоит обращать на данный момент внимание, потому что позиции были набраны очень большие. Те, кто смотрели все движения, эти видели, на какие там миллионы и миллионы долларов данные уровни откупались. И рассматривать какую-то более глубокую коррекцию к уровню 7000, да, конечно, можно, но сейчас, по моему мнению, она очень маловероятна. Если рассматривать заявки по нескольким биржам, не только по моей, видно то, что основные продажи у нас сейчас сосредоточены, стенки продаж сосредоточены на уровне где-то 10600. То есть, в принципе, до уровня 10200, где должны быть довольно неплохие покупки, нас с вами, ну, очень вероятно протянут. Тут также стоит обращать внимание то, что совсем локально мы с вами вышли из даунтренда, преломили данное движение, соответственно, мы ушли не на 9500 в коррекцию, а мы наоборот начали держать уровень 10000-9700, что, соответственно, поломало локальный нисходящий тренд. Прекрасно понимаю то, что сейчас прогнозировать локальные движения дело совершенно неблагодарное, но думаю, что все-таки в краткосрок нам стоит ожидать поход за уровень 10000 долларов. Что касается ситуации с альткоинами, здесь довольно интересно момент, потому что каждая консолидация биткоина у нас обозначает маленький локальный, но все же рост альткоинов. Это показывает то, что часть объема в них переливается. Что касается ситуации с Ripple, мне довольно часто пишут то, что ситуация с Ripple на уровне 30 центов может быть ровно такой же, как и ситуация с биткоином на уровне 6000 долларов. Да, вполне может быть, но здесь стоит обращать внимание на общий рынок, потому что биткоин у нас сейчас показывает действительно довольно хорошие цены, ценовые значения. Я хотел бы обратить ваше внимание, то, что буквально полгода назад стоимость биткоина составляла 4000 долларов. Сейчас мы поломали не просто локальный, не среднесрочный, а мы поломали глобальный нисходящий тренд. И рассматривать биткоин сейчас глобально стоит восходящим. Собственно говоря, поэтому даже вот те позиции, которые у меня есть, которые зависли, я никоим образом не вижу смысла трейдить по той причине, что глобальный тренд восходящий, фундаментал довольно хороший. Были набраны очень хорошие позиции. Например, когда биткоин был еще там до глобальной просадки на уровне 6000 долларов, таких откупов не было даже в моменте. И даже близко не было их, потому что, ну, я рынок ежедневно отсматриваю там много-много-много раз. И те откупы, которые мы наблюдаем сейчас, на уровне 6-6300 даже не были и близко. По поводу точек входа. Смотрите, действительно, сейчас точка входа есть только локальная. Она очень рискованная прямо от этих уровней, так как мы локально преломили даунтренд, и в принципе можно рассматривать какую-то точку входа, по крайней мере, многие трейдеры на это тоже обращают внимание. Но я считаю, что не стоит сейчас рассматривать точку входа. Соответственно, точки входа на данный момент у нас более-менее опасные, это 9300 и 10200.
Ну, соответственно, в зависимости от того, как пойдет движение. Но я все-таки думаю, что локальное движение у нас будет восходящее, поэтому более опасная точка, по моему мнению, это 10-200, но она оправдана уже с соотношением риск-прибыль. Более безопасная точка в случае отката – это уровень 9000-9200, потому что там было набрано довольно большое количество, во-первых, позиций, во-вторых, там довольно хорошие, сильные ценовые уровни поддержки. Да и, в принципе, по моему мнению, опустить сейчас на 8500 – это было бы слишком сладко. Да и на 9200 я тоже считаю, что нет никакого смысла опускать. Более безопасная точка входа по биткоину – это при пробитии закрепления уровня 10500, потому что там уже мы будем наблюдать довольно большое количество лонг-позиций, там уже трейдеры более крупные, которые привыкли торговать более безопасно, будут набирать позицию. И среднесрочно данное движение должно нас будет с вами оттолкнуть минимум до уровня 11000. В идеале нас отправят на уровень 11100-11300, где тоже сосредоточено довольно большое количество покупателей, не продавцов. По альткоинам также рассматривать точки входа я не вижу большого смысла, потому что действительно сейчас все зависит от биткоина. Я хочу напомнить, что у него до сих пор довольно высокая доминанта. Доминанта почти 65%. Да, часть объемов уже видно, что на консолидациях переливается в альткоины, но это не повод для того, чтобы, грубо говоря, сейчас влетать на всю котлету. Влетать в альткоины для краткосрочных сделок есть резон исключительно при пробитии биткоином и закреплении уровня 10500 долларов. Там пойдет вместе с биткоином вся альта. Вероятнее всего, пойдет не очень сильно, но все равно мы увидим там 5-10% профита. Также хотел бы обратить ваше внимание на то, как я сейчас глобально вижу ситуацию по биткоину. Сейчас я вижу, что в уровне 9000-13000 у нас идет консолидация. Данные движения явно не фаза распределения, это явно, ну, по моему мнению, накопление позиций, накопление объемов. И все это дело, по-любому, я считаю, что будут распределять гораздо выше. На самом деле, если смотреть по поддержке, довольно глобально, то при пробитии 14 там с копейками у нас действительно довольно большой диапазон движения, то есть вплоть до 17-19 тысяч долларов. Вот я и думаю, что это будет выглядеть каким-то таким образом, то есть более глобально будут пробивать этот уровень, но до уровня, соответственно, поддержек там 17 тысяч не доведут, то есть будет распределение пораньше. В принципе, за счет этого можно будет убить сразу двух зайцев, соответственно, и засадить людей в биткоине, и за счет этого всего дела начать подгонять альткоины. Те, кто считает, что альтсезона не будет, по моему мнению, очень сильно заблуждаются, потому что действительно ничто не мешает крупному игроку вначале засадить людей на биткоине, потом показать рост альты, которую двигать в данный момент намного легче. Плюс я хотел бы обратить внимание, что даже сейчас альта зажата и вверх, она еще может лететь процентов на 20 без каких-либо серьезных сопротивлений. И поверьте, на этом росте будет пассажиров еще больше, чем на биткоине. Поэтому рост по альте в любом случае более глобальный. Я считаю, что стоит ожидать пробитие сейчас каких-то донных значений, но сделает альт зиму на несколько лет, которая, учитывая те партнерства, те разработки по абсолютно разным активам, сейчас просто, ну, не шибко выгодны. Что же, давайте подведем краткое резюме. По биткоину, я думаю, сейчас какое-то время мы будем находиться в уровне 9500-10 тысяч долларов. Какая-то будет тут консолидация с выходом за 10 тысяч долларов. Более среднесрочно я все же ожидаю уровень 10200-10500. Более глобально я считаю, что нас будут выводить минимум за уровень 12 тысяч долларов. Напоминаю, то, что выпуски на YouTube я делаю где-то раз в 3-5 дней. Если вы желаете получать обзор рынка от меня ежедневно, плюс, соответственно, какую-то мою реакцию на движение в моменте, приобретайте подписку по форме ниже. Там у нас довольно толковая группа, стоимость подписки на которую стоит вообще какие-то копейки. Лайк, подписка, комментарий. До следующего выпуска, друзья. Работаем! Untied laces, yeah. Just tripping on daydreams. Got dirty little lullabies playing on repeat. Might as well just rot around the nursery and count.